Привет, ребят, девчат. Кей с вами, моделисты и моделистки. Последний шедевр Tengen. Значит, у нас здесь 10 коробок по 12 коробочек с этими cars в каждой 10, то есть 120. И все проданы, можно сказать, с завода. Ну, не с завода. Когда релиз произошел, Роб послал всем имейлы, люди успешно предзаказали, и сейчас они уже балдеют. Я скоро сделаю обзорчик на все. Может быть, еще что-то есть, я не уверен. Но такое впечатление, что хобби все-таки не загибается, как злые языки говорят. Ну, всякое, такие вещи, как MTH, Майк Стрейнсхаус, да, загнулся, но у него и товар-то такой. Движки еще были ничего, ну, не все, конечно. Но качество, конечно, деталировки и прочее, соответствующие модели. У нас первые, наверное, Skill Chains, Tengen, Arrowhead, еще тройку других. Остальное все практически, ну, не очень качественное. Вот такие дела. Обзор, да, сделаю на все, останутся наверняка на этой недельке на русском языке. Вот такие вещи. Обалдеть. 120 за один присест. Кредитная карточка такая, ой. Ладно, ребят, успехов, всего наилучшего. Давай.